Привет, зрители! Это у нас домовой паук. Самки достигают 9 миллиметров до 12, а самцы от 7 миллиметров до 9. Они сеются в домах людей, в сараях, гаражах. И они чуточки похожи на паука-волка. У этого паука на пузе есть такое черное пятно. Вот. Он такой красивый. У него есть хейцеры, которые он впрыскивает для мух, комаров и всяких насекомых. Хейцеры нужны, чтобы пищеварительную жидкость впускать, пока жертва не умрет. И когда жертва умирает, тогда он ее высасывает. Как комарик. На нем нарисован паучок длинный. С ротиком. Они из семейства воронковых пауков. Они делают воронкообразную нить, в которой ловится жертва. Самки поедают самцов. После спаричного периода они умирают, когда они рожают. Самки и паучки сначала на одном месте, потом разбегаются на несколько сторон. У нас сейчас спящая красавица спит. Размах ног 5-6 сантиметров. Видите, у него 8 глаз. Страшненькие, как в фильмах ужасов. У них есть волоски. Это чтобы муравьи их не ели. Это правда. Так тарантулы и птицееды, и пауки-волки делают. Даже пауки-скакуны. К счастью, он еще похож на тарантула. Его называют красивым и радостным пауком. Если его проглотишь, у тебя будет радость. Он не изучает болезни. Он имеет темный раскрас коричневого цвета. Они живут 2 года. У них есть много пятен. Пока зрите. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители! Яху!